таблеток, никогда ему не даю. А если ночью он болеет 39-40, целую ночь я дежурю, обтирание, травы. Но после того, как я познакомилась с компанией, с продуктом, мое спасение – это Цельшуц. Баночку куда-то, наверное, Тимка у нас. Цельшуц, вот, да. И коктейль Power Junior. 5 раз в день. И не чайные ложки, а столовые ложки. В теплом виде, можно в горячем виде. Ребенок у меня сегодня встает и говорит: мам, я пошел в школу. Я говорю: может быть, ты до каникул дома побудешь? Нет, мне нужно исправить оценки. Все, пошел доволен, мне сейчас звонил, говорит. Я говорю: ты как себя чувствуешь? Кашель у нас. Я переживала очень то, что температура и кашель. Он говорит: на физкультуре. То есть он и пошел на физкультуру после температуры. Он пошел на физкультуру, говорит: я все хорошо занимался, единственное, пару раз покашлял. Тоже это про ребенка. Про свой результат. Бьюти и иммуноген шикарно действует. Мы когда были на конференции, не на конференции, а когда кик-офф был, как раз Галина Николаевна спросила: когда вы принимаете бьюти? У меня чисто интуитивно, ну, потому что утром я принимаю Activize Basic, потом куда-то убежала, и вот у меня где-то в 5 часов то время, когда можно принять бьюти и иммуноген. Как раз Галина Николаевна сказала, говорит: лучше обсваивается вечером, принимайте вечером. Действительно, я не через месяц заметила, где-то через полтора месяца ушли морщинки на руках, на шее. Кожа, естественно, стала, вот знаете, как из душа выходишь после скраба. Вот именно эти ощущения после коллагена. То есть насытился организм, кожа. Ну, наверное, вот это самые яркие отзывы. Остальную продукцию я практически всю пью. А, про сеточки, про иммуноген, точно. Сделала фотографию, когда начала принимать иммуноген. Ангелине звоню, говорю: Ангелин, месяц пропила, у меня сеточки остались. Они такие мелкие, как капилляры. Она говорит: пей дальше. Я открываю вторую банку, буквально 2 недели проходит, я сопоставляю одну фотографию до и после. Естественно, я не скажу, что полностью ушли сеточки, но значительно уменьшились. Кожа совершенно другая. Именно вот коллаген и иммуноген. Это 2 вещи, которые влияют на сосуды.